Курс евро растет третий день подряд. Национальный банк Украины, НБУ, на 27 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,67 гривен за евро. Это на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 27 мая установлен на таком уровне.

на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,7 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,69 гривен за евро. Курс доллара. Национальный банк Украины НБУ на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.